Всем снова привет, мы продолжаем покорять первобытный мир, и сейчас мы едем на форт Огненного Крика. Так, здесь где-то у нас враги по пути попадаются. В общем-то, мы попробуем захватить тоже предводителя, но теперь уже племени Изила. Я так понимаю, что благодаря этому мы с вами сможем... создавать огненные бомбы, потому что они огнепоклонники, так называемые, да? Да блин. Они то здесь, то там, я заколебался их искать. Так, ну что, кто-то остался жив? Да? Ну-ка, выходи. У нас скоро уже будет, я не знаю даже, какое население там в нашей деревне. Человек уже 500, наверное. Ладно, оставим их наедине с медведем. Главное, что я их спас. А дальше пусть спасают свою жопу самостоятельно. Да ладно, а, это редкий волк. Тю, я-то думал. Но нам уже не нужен этот редкий волк. Нам сейчас самое главное добраться именно до вот этого аванпоста. А по-моему он вот уже, да? Так. Тут нам надо замедлить шаг. Да, да, слушайте, вот и аванпост. Круто! Круто то, что мы так близко подобрались к нему. О, нифига! Так мы вообще рядом. Прям совсем-совсем. Охренеть. Я и не ожидал такого счастья. Так. Но... давайте сначала отметим всех вражин. Что-то мне кажется, их здесь немало будет. Смотрите, мы можем спуститься сверху, прямо вот сюда. В кусты. Так. А, точно, мы же... О, круто. Мы же сейчас их сагрим. Двоих? А, зачет. Так. С дудкой еще мужик должен быть, да. Отлично. Эти готовы. Ну и, пожалуй, вот этого еще сейчас. Все, теперь просто наблюдаем за происходящей картиной. Мне кажется, они должны поубивать друг друга. На крайняк у нас есть еще и пчелы. Ага, вот здесь мужик остался. Не при делах, да? И вот еще. Не, ну, мы же можем, как это говорится, создать сейчас этих бомб, да, и запульнуть еще разочек. Почему бы нет? Это раз. А два, мы можем с вами сюда отправить нашего тигру. Пусть тигра тоже резвится. Ой, вот-вот-вот, кого надо убить. Ну чё он там, доберется до него когда-нибудь? Да.
Так, этот готов, да? Вперед! Товарищи, вперед! Оп! Слушайте, класс! Ладно, он один остался, нет? Нет, не один. Я не пойму, почему тигр туда никак не долетит. Не добежит, точнее. А, его... Очень далеко, его телепортируют, короче, от нас. Так, а кто вот здесь? Рушани? Что за Рушани? Кто такой Рушани? Опа. Опа, 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 опа. Мужичок, лови. Кто такой Рушани? Покажите мне Рушани. Хочу знать. Оп. Завелся, да, мужик? А, вот, наверное, да? Да. Ух, ни хрена себе. Ну что ж, в таком случае мы идем сюда, идем поближе. Блин, как нехорошо получилось. Ну ничего, мы сейчас подлечимся. Да. Вот так. И. Он что, один остался? Ну, я так понимаю, пчелы ему до задницы, да? Ну да. Так, а если мы на этого бомбу скинем? О, сумасшедший. Так, куда он побежит там? Понятно. О, там, блин, мужик еще. Блин, тут еще мужик. Вот это не задача. Да-да-да, вот этот. Ну почему? Почему мы не можем на него напасть? Ладно, пусть будет так. Беги ко мне. Отлично, кушай. Пока они там заняты. Слушайте, а он неплохо его подрихтовал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хорошо. Как хорошо, что они залезли туда. Давай. Он нас пока не пак. Блин, спалил. Нет, 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 не спалил. Круто. Потеряли друг друга, да? Ну чё вы тупите, мужики? А, еще кто-то пришел, да, походу? Ладно, сейчас мы поставим отметочку. Пусть пока этот повалит его. Сейчас посмотрим, пришел кто-то или нет. Да, 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 да. Еще один товарищ. Странно, что мы не можем его убить.
вот именно используя сову. Так, что у нас там со зверьем нашим? Давай, возвращайся. Сейчас мы его подлечим опять. И пойдем валить этого Рушани. Туши. Пойдем уже по-серьезному валить, так сказать. У нас есть копья. Вот их и будем использовать, да? Так, а куда он делся? А, вон он. Ну, я не знаю, скрыть на удар навряд ли получится тут. Да-да-да. Как я и думал, скрыть на ни хрена не получается. А вот дубиной да по кумполу вроде бы прокатывает. Фух. Не трогай! Ты говорить на языке Винджа? Да. Я научить тебя обычаям Изила. Обычаям дочери солнца Изила Батари. Солнцеходы сжигать Винджа. Теперь я убивать солнцехода. Огненная бомба! Я учить Винджа делать огненную бомбу. Ты делать. Как ты говорить? Оружие. Ты научить делать огненную бомбу. Теперь ты идти. Идти? Твои Винджи приходить ко мне. Ты идти к Винджи. Какой зверь здесь жить? Вредитель Изила. Я не зверь. Я нести вам оружие. Огненная бомба. Я помнить это, солнцеход. Ты ждать. Я не мочь дышать здесь. Нифига. Это... Подождите, где мы? А, это самый край деревни. Так, что у него тут? Твой волк, шаман, мочится на меня? И освободить меня? Я твой друг, Винджа. Это тебе уберечь от волка, шамана. Ты ждать. У меня секреты. У Изила семена, чтобы растить еду. Наши охотники гонятся за семенами, доказать силу. Ты украсть семена и делать еду для многих Винджа. Хороший секрет, но ты остаться в клетке. Ты ждать! Оу, то есть у нас сейчас и задания от этого кренделя появились, и ко всему прочему мы можем изготовить теперь огненные бомбы. Конечно, друзья, шикарно. Итак, уменьшается урон, получаемый от огня. Неплохо, не дурно. Так, давайте посмотрим... Что вообще нужно для изготовления тех или иных бомб? Ну, тут мы знаем пчелы и шкуры, да? Глиняный горшок? Глиняный горшок? Мать его, где я его возьму?
И тут глиняный горшок. Оу. Оу. А где брать глиняный горшок? Черт побери. Нас никто не учил делать горшки. О, смотрите, мы можем к большому да сходить и, наверное, получить тоже задание. В принципе, неплохо, потому что нам нужно все-таки построить ему его хижину. Тогда мы сможем дальше прокачиваться. Who? Ты искать Удам? Удам, Саншита. Квар. Где да? Удам. Убивать много Винджа. А ты приводить зверя Удам в наш дом. Да, дать нам гнилостный яд. Помогать делать Винджа сильными. Нет! Удам приносить только крики. Винджа отнести Удам в лес. Ты идти смотреть, как он тонет. Вот дают, а. Без спросу, да? Как она посмела. Охотница. Точнее, не охотница, Сейла. И что у нас тут есть? Тут сколько? 3 очка. Ну, давайте пока прибережем их. Может, мы как раз быстренько прокачаем все это дело. Ого! Так, этого сюда и этого туда. Ну что ж, давайте пойдем по заданию большого да. Так, где он у нас там находится? Давайте отметочку и оседлаем нашего тигру. Да ё-моё. Харе... Да харе вертеться, блин. Тут вон где-то... Волки, да? Волков мы не боимся. Так, нам наверх. Нам наверх. Ого. Тут еще и пещера. Надеюсь, нам не в пещеру. А то, честно, не хочется мне по пещерам лазить. Не очень я это дело люблю. Так. Да, вы заколебали. Чё вы здесь ходите? Ого. Ты меня спас, тигра. Я, как всегда, бросился в бой. Думал, может, будет быстрое убийство, но... Не тут-то было. Блин, да... Куда идти? Где это задание чертово начинается? Так, слезаем. По-моему, оно должно снизу где-то начинаться. А ну, вэк отсюда. Да, разбежались. А, так. Угу. Все-таки наверх. Наверх и направо куда-то там идти. Нам надо обойти вот эту гору, потому что на нее, видимо, подняться у нас не выйдет. Так, нам разработчики помогли. Ходят тут всякие. На нашей территории, понимаешь ли, да? Где еще один? Где еще один? Где еще один? Ага. Не-не-не, мужик, все. О, еще один был. Ха-ха-ха. И на тех напали. Супер. Вы знаете, а ножи-то тратятся
когда такое умение используешь, убиваешь второго чувака ножом метательным, тратятся не ихние ножи, а твои. То есть если там Far Cry 4, 3, там это умение тратило именно ихние ножи там и гранаты, то тут картина несколько иная. И после того, как используем это, приходится снова крафтить, да? Так, по-моему, нам вот сюда. О! Вот, мне интересно, это леопард или ягуар? По виду, конечно, это леопард. Но по факту это, походу, ягуар. Оп. Так, тут у нас шкурка. Чья? Видите, ягуара. Да. Вот, слушайте, мы с вами на верном пути. Куда же они его затащили-то, этого? Да. Черт побери. Я думал, пещера. Так, 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 так. Тут мы проходим по руслу реки. И вон оно уже задание. Интересно, чем мы ему сможем помочь? Кажется, мы пришли. Теплый прием Винджа. Так. Оу. Эй. Что здесь происходит? Черт побери. Спускаемся, да? Узнаем, что здесь случилось. Да. Да. Вода подниматься. Я помогать. Я остановить воду. Да? Ликвидируйте протечки. У. Нифига. Так, устраняем. Ну, конечно, у нас же камень всегда с собой, да? Меня кто-то еще атакует, рыба, что ли? Ну да. Как там это? Рыба называлась. Кусь рыба или как она там? Да пофиг на рыбу. Главное доплыть и все дырки заткнуть. О! Ну и осталась одна, по-моему. Чтобы до нее добраться, нам нужно, чтобы уровень воды приподнялся, да. И тогда мы сможем с вами ее заткнуть. Ну, хотя уже можем. Нам уровень воды не нужен. Так. Все, выберемся мы, похоже, с вами вот здесь. Да, идти. Ты спасать Удам? Кто говорит? Я привести Дак Винджа. Он давать гнилостный яд, показывать Винджа, как быть сильным. Да, умирать, когда я скажу. Сегодня я говорить, он жить. Странный, мягкокровный.
Оу, я. Странный, не странный, а... Жизнь спас, да? Так, хорошо, действие выполнено. Ага, мы, по-моему, можем сейчас с вами построить хижину. Так, давайте-ка наведаемся к дам. Возможно, будет еще задание. Ну и, возможно, все-таки хижина. Так, ага. Клетка плохо для огня в черепе. Голова гореть. Да не хотеть умирать, как зверь в клетке. И чё? Северная глина нам нужна. Северная глина. Печалька. Сейчас посмотрим в тайнике, может там она в наличии. А так, конечно, придется подсобирать. Да, это как раз таки касалось хижины. Теперь мы можем, да, поставить дом. Сланец. Так, это что, редкий южный камень? Пыль. Северный камень. Северная глина. 19, да? 19. Я что-то не посмотрел, сколько нам надо. Там, по-моему, 20, что ли. Сейчас проверим. Так. А, нет. Мы уже можем построить, что ли? Да, слушайте, прям 15 нужно, да? Строим. Подождите-ка, мы еще можем улучшить? Да, если северной глины наберем. Опять же, только теперь 20 штук. Ну, нехило, 3000 опыта нам дадут. Так, давайте поговорим. Мягкокровный! Огонь в черепе гореть! Ты голова, да, открыть. Огонь в черепе гасить. Да, стоять с Такаром. Хаташа. Огонь в черепе спать. Никогда не исчезать. Дырка в голове, лечить мало. В лагере Удам большое лекарство. Костяная пыль. Час Канхи. Тута. Я найти тебе костяную пыль. А проблема у него, походу, с головой, да? С давлением, в смысле, в голове. Так. Сейчас давайте посмотрим, где это задание находится. Я так понимаю, на севере где-то. Ну да. На севере. В общем, тогда мы займемся этим заданием в следующей части, друзья. Как всегда, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока!